Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот, меня зовут Максим. Ну, вы увидели, наверное, нет? Да. Очень рад вас видеть и лично, скажем так, познакомиться. Я понимаю, сегодня день праздничный, не хочу вас долго отвлекать, покажу только, какие есть ежедневники. У нас на работе их выбрасывали, представляете? А я подумал, что, ну, я как бы попросил их забрать, и вот думаю, что вам пригодятся, потому что, правда, они датированы, видите? Нет, не пригодятся, у нас никто не будет писать. Нет, нет, на занятиях может быть занятия. Ну, на свете я переплетчик, у меня материалов достаточно, не старайтесь даже. Благодарю. Спаси Христос. А вот такие, которые просто вот там они не датированы, вот разлинованные, нет, тоже не надо? Нет. То есть, если бы было где-то рядом, вы подошли, то так нет. Вот вы рядом были и занесли, то можно было раздать, а так нет. А я бы вам выслал их почтой. Нет, а мы не идем на чужие растраты. А, ну, я хотел просто вот... Нет, мы не принимаем это. Да? Вы должны одинаково принять, потому что вы что хотели, это перед Богом. Считайте, что мы приняли. Ну ладно. Нам это, видите, вопреки того, что мы делаем. У нас не принято вот так вот взял и все. Христос где говорил, неизвестно, но апостол Павел эти слова цитирует. Говорит, блажение давать, нежели принимать. Блажение лучше. Поэтому я когда занятия, поясняю, в университетах, то я приносил туда целые рюкзаки. Я сам переплетчик. Мне давали бумаги, ну, типографии, которые там, где там ленька что-то. Я из них сшивал, переплетал и приносил и студентам, ну, кто вел занятия, на занятиях были. И раздавал. Они сейчас сохранились еще. Без копейки. А дальше еще сшил, переплел, сделал. Ну ладно, ну жаль, что... Все. Мы благодарим. Я скажу, Максим, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, не знаю. Я бы... да если против, я просто отключаюсь. У нас дальше мы не разговариваем, чтобы не было недоразумений. Мы говорим только то, что не тайно. И люди даже из самого незначительного извлекают пользу. У меня самое малое, что мы делаем, мы выставляем. И сколько людей благодарность. Я как раз, говорит, нуждалась в этом. Видите, мы работаем на пруду, мы там пилим деревья, мы дорогу грейдируем. Люди видят, чем верующие занимаются. На меня нападают, вот сейчас поносят там двое. Там. Ну, и я все это выставляю. Так это не положительно. Я уважаю своих слушателей и читателей. Поэтому в книге у меня отображены самые негативные слова против меня. Я их все выставил. Когда я освободился, дело взял и выписал все, кто что показывал. Я уважаю своих читателей. Сами разберутся люди. Хорошо. Последний вопрос тогда так, краткий. Я продолжу даже. Вы не против, что я выставлю это в интернет? Ну, хорошо выставить. Хорошо. Ничего тайного не говорите. Поэтому, видите, вы нормально выглядите. Вам не надо ничего таить. Это у вас христианский образ. Я спереди вижу. Говорите. Спаси Господи. Второй вопрос такой. Может быть, вам требуется тоже, я не знаю, я смотрю видео постоянно ваши, вот, где есть видео с автобиография ваша, вот очень интересная, вы читаете, потому что я так познакомился только через видео с ней. И я вижу, что снимают как бы с руки на камеру. А у вас есть штатив? Может быть, вам штатив хотя бы выслать? Нет. Штатив? Ничего нет. Это мои книги. У меня 38 книг вышло из печати. Нет, нет. Вот штатив, на который можно поставить... У нас есть. Есть. Просто они все время передвигаются. Надо смотреть. И штатив, когда мы, допустим, насчитывали толкование на апокалипсис. Ну, явно дело. Или беседа идет. На одном месте мы сидим. Говорящие головы. А когда где-то идет... Ну, у нас просто не... Штатив есть. И кроме того, мы сделали два... Сами сделали. Софиты такие. Горит все и... Что... Ну, у вас вся техника есть, да? Я подумал, что вам книга какая-то нужна, нет? Нет, а книги я бы у вас, да, заказал, только как их заказать, вот я так и не понял с оплатой, то есть как их... Вы в Mail.ru-то бываете? Да, я вам сегодня под вашим здесь, в скайпе, скинуть, какие правила, как люди получают. 90% книг, изданных мною, я их раздал в библиотеке мира. Я знаю, я же все... Я давно... Я ни корысти не имею, ничего нет. У нас сегодня, вот, которые просят где-то высылать, я высылаю за деньги, говорю, какая цена. Они переводят, мы говорим, сколько перевод стоит, он получает и все. Я посмотрел, что там полный комплект 14 тысяч там или что-то. Просто как это перевод на ваш счет, там все есть указано. Да. Да? Вот, допустим, вчера запросили 10 экземпляров сразу. Новый Завет. Полное толкование с апокалипсисом. 3 тома. Это огромный-огромный труд. 2000 лет ушло. Как я считаю, впервые вышел вот с апокалипсисом, с толкованием. А толкование апокалипсиса 430 страниц только. По всем святым отцам православной церкви. Отец Геннадий Фаст, магистр богословия, это обработал. Ну, а там блаженный Феофилакт и мои 297 комментариев. Как бы расширяя на сегодняшний день. Вот эта экстраполяция во временных формах не каждому дается. Я все время в глубине народа нахожусь, по самым низинам прохожу, я знаю, что и как им сказать. Начальник детского лагеря, тут староста, тюрьмы, все это, и университеты, радиопередачи, и все у меня так компилировалось в одном. Как сделать Слово Божие живым и действенным, чтобы заговорило оно, чтобы Христос был не 2000 лет назад, а сегодня во мне. Вот это, ну, то, что мы можем дать. И поэтому, вот, и чтобы его издать, ну, надо просто увидеть, что это. Комментарий 297 на блаженного Феофилакта. 900 лет его никто не прикасался. Я смело вошел в его труд. Ну и другим шрифтом подчеркнуто, что это комментарии указано. Расширяю. Он сказал, я теперь добавляю туда Иоанна Кронштадтского, там, Игнатия Брянчанинова и показываю, как это в жизни. Это не мое толкование, я не толкую. Я расширяю на сегодняшний день. Жизнь-то идет. Средства информации были такие, а я теперь показываю, какие именно. Летел ангел по небу. Что это означает? Что такое Вавилон? Знали Вавилон, Рим. Но вот Рима не стало. Константинополь. Не стало. Третий Рим, Москва. Я выставляю ролик. И говорю, как говорили святые отцы, что говорит Святая Библия, ну и все прочее. Так что претензий ко мне вообще никаких не может быть. Мы старались издать как можно лучше, на хорошей бумаге. И лучший иллюстратор Библии Гюстав Доре. Полная раскраска Библии, это 230 иллюстраций. 10 из классики. Мы их раскрасили. Раскрасили сами впервые. И сейчас где берут цветной, ну он-то черно-белый был. Да. И люди берут только от нас. Мы несколько человек потратили много времени. Но теперь это все в полный лист в наших 3 книгах. Надо просто увидеть. Если зайдете на наш сайт... Я знаю, вот это вот в 3-томнике, да, все находится? Да, это в 3-томнике. Вот это 3-томник видели у Путина в библиотеке, в центральных библиотеках, там Ленина, парламентской, исторической, только в Москве, где они находятся. Потому что я отдельно-то помню, я слышал вот про толкование апокалипсиса, но оно, видимо, в этом 3-томнике в красном, да? Да. За ней Андрей Кураев сюда ко мне приезжал. Но... Все там. И притом вот это толкование, -то, которое блаженного Феофилакта, оно по перекопам Аммония было, а у нас же все по главам стихам, и поэтому пришлось сделать полную перекомпоновку текста. И толкование пришлось переносить с одного места на другое. И теперь точно по стихам. Любой стих только ткнул, и у тебя перед глазами. Полное толкование всего Нового Завета, от первой буквы до последней. Хорошо, а вот заказать, как вы узнаете, что там, видимо, в платеже надо, да, указать? Я просто никогда... Я вам там, внизу я скину. Это хорошо. Нельзя объяснить, там, какие счета, там, на пластиковую или карту, вы выберете, какой способ удобнее. Вы дальше сфотографируете этот квиток, покажете, я заплатил. И я дам указание, наши братья и сестры тут этим работают по почтовым отправлениям. Хорошо. Это будет сделано. Когда вы получите... Это еще не все. Вы должны мне сразу же сообщить, получили, и с книгами сфотографироваться. Если все книги, значит, где-то разложить, и на их фоне я теперь вижу, и эти фотографии выставляю. То есть у нас свой ритуал. Хорошо. Спаси Господи. С праздником вас еще раз. Не буду Спаси Христос. Занимать время. Но жаль, что я хотел вам просто, вот думал, вдруг пригодится. Ну, ладно. Отправить по празднику я вам скажу. Праздник надуманный, спустя столетия. Но мы православные, поэтому его соблюдаем. Нет, это праздник не евангельского устроения, не евангельского. И про него нет ни одного слова. Но принято, и поэтому я православный, вопросы все сняты. Поэтому сегодня среда. Ничего про среду не сказано, но у меня детский лагерь, и мы все скрупулезно выполняем правила. Я один вопрос ставлю. Я православный? Нет, православный, все, вопросы закрыты. Я обязан выполнять. Все. И притом настроиться, чтобы делать это с любовью, не со стоном. Согласен. Спаси Господи. Ладно, давайте с Богом. До свидания. У вас вопросов по Писанию никаких? Нет, ничего? Да нет, все, я же слушаю вас все время, так что все вопросы, все ответы получаю в принципе. Вы в мой мир заходите, Mail.ru? Ну, у меня есть почта, но я у вас там тоже надо вас приглашать, да, или как? Или просто можно зайти? В любой заходит. Сегодня я начал выставлять с Ютуба, переносить туда видео. Из 15 фотографий у нас выставлено наших 17 тысяч фотографий. А здесь их нету нигде. Вы увидите в фотографиях. А на Ютубе, вы на Ютуб заходите к нам? Да, да, да. Ну, вы там видите, сколько мы выставляем. Каждый день 4-5 роликов. У нас огромный фактический материал. Притом мы никого к себе не зовем. Поэтому обвинение в мой адрес, которое там нападает, это, ну, это просто Бог допускает. Это должно быть искушение. Ну, должно в том смысле, чтобы нас укрепить. Чтобы мы молились за противников и подоблялись нашему Господу. Ну а им-то каково это? Они мои ролики воруют, и дальше их переворачивают, там а-ля-ля кричат, там кровью заливают. И... Ну хулиганье какое-то, а как будто бы священник какой-то делает. Ну, явно дело, как он может, когда он стоит в алтаре, поднимает руки перед престолом, не судите, а тут он и сатаной называет, и то есть совершенно безумие. Ну а что с мира спрашивать? И мало того, матерками прям кроют. Ну какие это священники-то? Это явно дело, никуда не годится. Они не смотрят ни на что. Ни на жизнь человека, ни на возраст. Я уж возраст не трогаю. Это... Для них ничего нету вообще святого. Они не по канонам. Я повторяю, 719 правил, канонов действующих, 7 вселенских, 9 поместных. Из них 413 каждый день нарушается в храмах. 413, вдумайтесь. Но самое простое, до 30 лет священники нельзя ставить. 14-15 правило 6-го вселенского. А их 17-летних ставят. Да вот и какая экономия? Это они к грехам, ни к чему, наоборот, и в грех толкаете. Если в Америке положено не раньше 35 лет президента, ни разу ни одного не было. Не хватает 5 дней, и он пропустил срок. Вот положено 2 срока в России-то. Советовали Путину, давайте сделаем больше, он говорит нет. Когда он был президентом, чтобы продлить. Он сделал прокладку из Медведева, потом приняли закон на 6 лет, и теперь идет он срок за срок. То есть не нарушил. Рамзану Кадырову это говорили, ему не было 30 лет. И он зачем? Я за это время кончил университет, и когда исполнилось, а давайте примем закон. Не надо подыгрывать. Законы даны для того, чтобы исполнять, а не нарушать. А у нас правила вселенские, евангельские. И мы так это свободно. Женщина сделала аборт. 10 лет отучения. Правило Василия Великого II. Никто не отменял, а их сегодня 18 тысяч. Этот назвал их «Б» без... Ну, таким словом, знаешь, женщин, которые в одиночку нажили мужа. Степаненко Максим, председатель, или как его назвать, глава, или миссионерского отдела Томской епархии Московского патриархата. Его сразу смели оттуда. Все. А этот стоит там, колобродит Мюнхгаузен в рясе. Он ничего не знает. А он приехал, значит, и принял крещение. Крещение должно быть только в полное погружение. Только. Обливание, это не мощение, ладно, обливание, раздеть и облить только для 3 видов людей. Клиник, в тюрьме и в плену у татар в степи. Все, больше ничего нету. Они под это все, власть не разрешала. Баптистам разрешала, вам не разрешала. Баптисты заплатили, 150 человек отдали за это. Они сидели. Старообрядцы за 300 лет ни одного не мочили, ни одного, ни клиника, никого. Все 100% погруженные. В этой же земле Рогожское кладбище, Рогожский поселок в Москве. Смотри, зачем обманывать людей? Поморцы ни разу никогда. С реформы Никона. А тогда вообще все в полном крестили. Это все развращение с Украины, там от католиков ползет. Нам зачем на это? Мы Бога должны бояться, чтить, любить и водимы Духом Божьим быть. Я все говорю, только 2 пункта надо выполнить. 2. Родиться свыше. Свыше. Получить рождение. 2. Нового человека. И 2. Быть водимым Духом Святым. О чем говорит Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого. И жить, не горбатиться, прямо. Туда, Господи, веди Твоих героев. А трусость и корысть все покрыли. Мы не должны смотреть, кто, что и где делает. Мы должны смотреть на Христа. Взирайте на начальника, совершителя веры. Прямо 12.2 послание к евреям. А Павел об этом говорит, что подражайте мне, как я Христу, и тем, в ком видите этот образ. Послание к филиппийцам. Нам не надо искать там Матрону какую там, вот гоняются мощи. Есть они, есть, пусть мощи, мы их не трогаем. Матрона свое получит. И вот ажиотаж устраивает, едут там пояс Богородицы, миллионы людей. Это не от пояса вера, вера от слышания. Вот главное, это уши, не рот, не глаза. А слышание не от басни бабушкиных, а от Слова Божия. Послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Нам что? Я в первый раз, когда Евангелие дали мне, в 23 года, в 23 я не знал Евангелия, но меня Бог сохранил до этого от всяких грехов таких тяжких, там от женщин, от матерков, от воровства, это я не знал даже. Но, когда я узнал, я понял, что за меня умер Христос. Вот теперь моя жизнь пошла другая. Надо каждому вот найти место, где не тебе искать, Бог найдет. В другой стране меня Бог нашел, в другом образе. Но была борода у меня, уже не трогал это. И даже в армии был с бородой. Это в советское время, 62-й год, это вообще было. И что? Ничего, покаялся, началась новая жизнь. Новая, абсолютно новая. Я смотрю на того, кто склонился и кто встал, это два разных человека. Они этого не знают. Это рождение нового человека. Если этого не было, как об этом говорит Игнатий Брянчанинов, начни сначала. Страх Божий на первом месте. Страх. Я прочитал, я не сужу вас, слово, которое я, с большой буквы, говорю вам, оно будет судить в последний день. Евангелие от Иоанна 12:48. И вот это мне в первый день уже было показано, я понял, авторитеты ушли. Для меня авторитет Слова Божия, потому что по этому мандату Бог меня будет пропускать в рай. Все. А вот начинает колобродить где-то, Евангелие сказала, вопрос снятый. Бог сказал, зачем тебе, страха Божия нет. Страх Божий на первом месте, как Пимен Великий говорил, держу ум в Бааде. А как я попаду туда, все время бойся, чтобы не было этого. А это взялись быть вождями народа и Бога не знают. Это большая, огромная, страшная беда. Это не оплошность, это насмешка. Руководитель должен быть безупречен. Ян Златоуст. Ну вот так, Максим. Ладно. Спасибо. У вас имя-то дано, вы знаете как, что вы должны действительно максималистом быть, везде все доводить до последней точки, по высшей шкале брать. Оправдайте свое имя, и вот у вас уже, вам помощь даже имя будет. Вот я доказываю всем, я на море работал, учился в мореходном училище, российский флаг. Это единственный флаг за всю мировую историю, который вне национальный, вне конфессиональный и вне временный. Его может быть у мусульман, может быть в Римской империи и до последнего человека. Нет такого флага, и не может быть. Это флаг, данный как бы с неба. А почему? Я легко докажу в течение 5 минут. Желаете? Да. Смотрите. Все на земле рождаются в крови. Бескровно никто не родился. Беззаконие, зачат я во грехе родила меня мать моя. 50-й псалом. Так, так. Земля пропитана кровью, а коры до центра, Мицкевич говорит. Войны везде, у католиков, у мусульман, у православных. И уходим мы со страданиями везде. И даже при жизни нас режут везде. Вот это нижняя полоса для всех людей. Дикари или кто-то, все одинаково рождаются. Согласна, да, она поперек, как бы земной шар охватывает. Хорошо. Второе. Думай не только о земном, а о небесном. Не будь как свинья под дубом. Это небо. Голубое. Голубая нить была. Синяя нить у первосвященника, она указывала на небо. Да и так понимаем, синее небо меня так манит, зная, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет, в небе не будет мести, угроз. Вот вторая полоса. И третья, которой ни у кого нигде нету, белая. Это 14 глава, я видел великий белый престол. Это 20 глава, 14 стих Откровения. Великий белый престол. От лица Бога бежала земля и небо. Белый – это родился, глаза поднял и дойди до неба, до престола. Три полосы одинаково одна за другой идут. Не наоборот. А то желтое, там какое-то подсолнечник, там Русская область, там черный уголь добывает. Это все земное. Вот волнистое – это владычество Мария, Англия, Штаты какие-то там, Америка, там масонские знаки. России дана проповедь в самом флаге. Конечно, когда этой курицы двуглавой там нету. Нормально, чтобы ничего не было. Вот это флаг, это проповедь. Поняли? Я во всех отделах милиции везде это говорил студентам, и никто не может объяснить. Да, это взято там, вот это. Это торговый флаг России, это был взят еще там от Марсельезы. Да где бы он ни был взят, что он означает? Красный цвет всегда говорит о крови, о празднестве. Ну, так понятно. Пасха красно поем. Ну, а синее? Ну, ясно, синее, голубое, над нами небо. Голубое небо, черное, мирное небо, всегда голубое. Ну, а белый престол только у нас, у христиан. А встанут на суде Божьем, должны думать о небе и мусульмане, Аллах там, Мухаммад, все будут судимы. Все до единого. И судить будет Слово Божие. Я взял и Слово Божие. Мне на молитве Бог открыл это. И еще возражения не было ни одного, ни от кого. А как возражать? По порядку давай на красный свет возражай. Нет, я не возражаю. А на синий? Мусульмане думают о нем. Язычников тоже понятие. Там Бог Ра переплывает, там у египтян как было. Да, так. Ну, а что спрашивать дальше? А небо, это престол Божий, будет конец. Всем нам надлежит умереть, потом суд. 9.28 к евреям Павел пишет. Суд. Один раз умереть. Никакой реинкарнации не будет. Всем нам должно умереть. А за ним не перевоплощение, а суд. Вот тебе и мытарство, и все остальное. Но надо четко-четко знать программу, которую Бог заложил в человеческое общество. Вот сейчас Украина, а что там, в Сирию? Как можно? Никак нельзя, это занаряжено. Это уже в самом творении, когда Бог первоначальной пылинки Вселенной творил, уже заложено было. И изменить ничего нельзя, мы можем только молиться. А я буду молиться, чтобы не было. Считай 48:10 Иеремию. Проклят, кто меч Господень удержит от крови. Его нельзя удерживать, отойди. Как Игнатий Брищинин говорит, ты не помысли остановить этот поток, тебя просто сметет. Вот он сказал, Иосиф. Да, так и было. Это виночерпия возвысили, а хлебодара повесили. Вот Даниил видит, выходит Овен, персидский царь. За ним выходит козел налево-направо, Александр Македонский. Разделится на 4 царства, 4 рога из одного. А можно изменить, наоборот. Не получится. Это Бог разнарядил. История мира уже записана. Это идет проекция на землю. И нам надо согласиться и благодарить. А мусульмане также понимают, именно так. Мировые события нам не дано изменить. Нам дано только милостиво принимать и целовать руку Божию, которая опускает нам одно за другим события. А если вы так делать будете, да, а кто защищать будет Родину? А ее не надо защищать. Она бы не была под опасностью. Ни Гитлер, ни Сталин не родились бы. Вы раньше берите. А вот он такой-то, Бог восстанавливает правитель. А вот он Чингисхан, а вот Атила пришел, а вот Аларих плетется, а вот теперь уже и Аннерон пришел, а теперь Гитлер со Сталином выползли. Это маленькие, как у 3-й книги Ездра говорит, перья под перья вырастают одно за другим и исчезают. Ну, там написано, 13-я, кажется, глава. Вот так. Хорошо. Всего хорошего. Ладно, до свидания. Хорошо познакомились. Спаси Христос.